Аваков потребовал изменить судебную реформу. Министр требует отменить ограничение сроков досудебного расследования. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков требует отменить в законе 6232 ограничение сроков досудебного расследования 6 месяцами. Об этом министр заявил в комментарии украинским новостям. «Мы настаиваем это исправить», — сказал он. По его словам, президент Петр Порошенко должен учесть замечания и внести соответствующие правки в закон. Отметим, что согласно новому закону, правоохранители обязаны вручать лицу сообщение о подозрении не позднее 6 месяцев с начала досудебного расследования. Поправка предусматривает изменения в Уголовном процессуальном кодексе сроков исчисления досудебного расследования. Таким образом, предусмотрено, что срок досудебного расследования в отношении тяжких и особо тяжких преступлений до вручения подозрения составляет 6 месяцев, в отношении преступлений небольшой и средней тяжести – 3 месяца, в отношении уголовных проступков – 2 месяца. Как сообщалось, 3 октября депутаты во втором чтении в целом проголосовали за законопроект 6232 о внесении изменений в ряд кодексов и законодательные акты, который запускает судебную реформу. По материалам сайта newsgra.com.